Всем привет! Сейчас специально для канала «Банковский» я расскажу о том, через какое время можно сделать рефинансирование кредита. Законодательством не прописано о том, через какое время, сколько раз и так далее вы можете совершать рефинансирование кредита. Но, конечно же, существуют свои нюансы, на которые смотрят банки, когда вы оставляете свои заявки на рефинансирование. И, конечно, лучше всего, чтобы прошло как минимум 6 месяцев с того момента, как вы оформили кредит, чтобы вы хотя бы успели внести 6 платежей. Почему это так важно? А потому что если вы только-только взяли кредит, кредитную карту, неважно, и не успели внести очередных платежей, либо минимальных платежей, то откуда банки могут понимать, платежеспособны ли вы вообще человек? Потому что если вы не вносили платежей, то банки не знают вообще, сможете ли вы оплачивать даже рефинансированный кредит. А когда вы оплачивали хотя бы 6 раз, полгода свои платежи, то здесь уже банк видит, что вы вносите платежи, все хорошо, вам можно доверять, особенно если эти платежи были, конечно же, без просрочек, то здесь уже банк и сотрудники банка, конечно же, подумают, что да, этот человек справляется с погашением кредита, почему бы и не предложить ему рефинансирование кредита и более выгодные условия. Неважно, кредит это либо кредитная карта, потому что некоторые, например, берут кредитную карту, сначала, конечно же, действует льготный период, примерно это около 2 месяцев, а потом человек сразу подает заявку на рефинансирование кредита. В этом случае тоже, скорее всего, будет отказано, если вы не вносили минимальных платежей, а просто потратили все деньги, все кредитные деньги и все. Тоже так дело не пойдет. И если, кстати, вы, например, уже один раз рефинансировали ваш кредит, либо кредитную карту, либо несколько кредитных продуктов, то должно пройти хотя бы минимум 1 год, для того, если вы захотите вновь рефинансировать ваш кредит. Так что запомните, через каждые несколько месяцев рефинансировать ваши кредитные продукты не получится. Ну а ссылки на самые лучшие кредитные и дебетовые карты находятся в описании к этому видео. Это видео снято для канала «Банковский». Если оно оказалось вам полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания!